Привет, с вами Оля, вы на канале Ольга Свон. Сегодня будет распаковка сайта Рандеву. Там началась черная пятница, скидки на все. На парфюмерию, косметику, уходовые средства за волосами, за лицом, все, что хочешь. По приятным ценам. Поэтому настало время закупиться подарком для себя, для близких. Новый год не за горами. Также не забываем про мой промокод 10 Свон, который даст дополнительную скидку 10% при покупках от 2,5 тысяч рублей. Он многоразовый и суммируется с акциями, скидками на сайте. Пользуйтесь, не забывайте, и итоговая сумма вас порадует еще больше. Также напоминаю, что я публикую свои ролики на разных платформах, на YouTube, на Рутюб, на Дзен. Подписывайтесь на меня везде. Также смотрите меня, где вам удобнее. Не забывайте оценить данное видео. Пишите комментарии. И поехали! Я взяла себе старичка. Кто скажет, какой старичок сюда поместится? Это представитель старого люкса, старичок, новый аромат в мою коллекцию. Я давно хотела его взять, но все что-то не получалось почему-то. Так, смотрим. Я начну с ухода за волосами, а потом перейду к парфюмерии. Взяла еще кое-что от моего любимого уже бренда L'Adore. Это скраб, вернее сыворотка для очищения кожи головы, 15 миликов. Получается пилинг, скорее всего, даже вот так. Обожаю этот бренд. Я уже столько средств перепробовала, и мне все нравится. Либо просто нравится, либо очень нравится. Я беру этот пилинг уже второй раз. Мне он очень понравился. Взяла, потому что это, наверное, самый продаваемый продукт у данного бренда. Мне было просто интересно. Люди хвалят. Он имеет кремовую текстуру, и частички скрабирующие есть, но их не очень много, и это прекрасно, потому что иначе замучишься их вымывать. Наносите данное средство на кожу головы, массажируйте и остатки распределяете по длине волос. И это средство недорогое, 136 рублей, по-моему. На один раз не хватает, можно, конечно, на два растянуть, но я использую вот один пузыречек на один раз. Эффект просто великолепный. Я даже не ожидала такого, честно. По ощущениям кажется, как будто на голову нанесли пасту зубную. Супер мятную. Вот такой эффект. Ощущается сильный холодок. Такие средства очень полезны для кожи головы. Волосы начинают лучше расти, меньше выпадают, становятся крепкими. Поэтому такие уходовые средства, которые имеют согревающий эффект или охлаждающий, они благотворно воздействуют на кожу головы. И после первого раза у меня стали выпадать волосы меньше. Тут скажешь, ну не может быть. Ну вот так вот, девочки, конечно. Может быть, это совпадение, не знаю. Но на следующее утро, после использования данного пилинга, я волосы расчесываю, понимаю, что волос много меньше выпало. Намного меньше, прям вот значительно. Поэтому я взяла еще себе. И думаю, что раз в две недели можно им пользоваться. Почему бы и нет? Мне понравился. И данный эффект такого сильного охлаждения, он длится где-то, наверное, 15 волосах. То есть вы смоете, оденете полотенце, все равно будете ощущать чувство сильной прохлады на голове. Так что попробуйте. Я оставлю ссылочки обязательно на все уходовые средства, на парфюмерию. На Дзен не смогу оставить ссылки, потому что такие ролики почему-то сразу идут в блок. Или они попадают под какие-то ограничения. Не знаю почему, такие правила на Дзене. К сожалению, поэтому на Дзен я только укажу название данных средств, а на Рутюб и на Ютуб я уже укажу и ссылочки также. Я взяла 3 пилинга. В прошлый раз, в прошлой распаковке своей, я показывала вам вот такое средство, тоже от L'Adore. И это маска от желтизны волос. Я крашу волосы, светлый оттенок, такой вот светло-русый получается у меня. И мне интересно было попробовать такое средство. Мне оно очень понравилось, как маска. Как маска это просто волшебство. Но как средство от желтизны волос, я не знаю, ну четверочку я поставлю. То есть я не увидела вау-эффекта. Ну посмотрите, какого-то холодного оттенка я не увидела после него. Хотя я пользовалась уже два раза, держала дольше, наносила щедро. Тут написано 2-3 минуты держать на волосах. Я держала минут 15, наверное, 10-15 вот так. Но как маска я его очень похвалю. Волосы после этого средства просто вот как после салона. Я не обманываю, девочки, правда, я даже не ожидала. Они такие струящиеся, живые, мягкие, шелковистые. Как будто после утюжка, хотя я против всяких утюжков, фенов. Потому что все это, конечно же, портит наши волосы. Так что, если хотите улучшить внешний вид ваших волос, как-то поддержать их,
подпитать, то я рекомендую данное средство. А если вам нужно справиться с желтизной, с лишней желтизной на ваших волосах, то, конечно, лучше поискать что-то другое. Также я брала премиальное марокканское аргановое масло. Здесь такая стеклянная бутылочка. Тоже мне понравился, но все-таки, мне кажется, Wonder Oil, видите на экранах пузыречек, я тоже его брала как-то, маленький формат, мне он больше понравился, чем аргановое масло. Она тоже хорошая, тоже волосы блестят, они живые, тоже улучшает внешний вид волос, но Wonder Oil, чудо-масло, оно получше. А теперь переходим к ароматам. Я взяла себе Lacoste Pour Femme. До этого брала от Левантики, и вот решила взять себе 30-ку. На рандеву есть разные объемы, можно взять маленький от Левантик, 8 миликов, 30, 50, 90, цена вообще приятная, он очень недорогой. Также не знаю, по-моему, промокод, с ним цена будет еще приятнее. Я люблю этот аромат. Конечно, это не самый ходовой у меня парфюмчик, но иногда хочется нежности какой-то цветочной, я его использую. Давайте я достану, потом расскажу про него. Lacoste Pour Femme. Такой флакончик. Крышечка. Все достаточно скромно, но со вкусом. Это очень нежный женственный аромат, цветочный. Немножко пудровый, здесь фиалка есть, стойкий, шлейф скорее средний, может быть чуть выше среднего. Этот аромат на любой случай жизни, на выход, на работу, на каждый день, дома нанести, на любое время года, днем, вечером. Именно поэтому данный аромат это хит. Его выпустили, если не ошибаюсь, в 2005 году. У него нет никакого ретро-звучания, не чувствуется старой школы. Это абсолютно красивый аромат, нежный, на любой случай. Так что, девочки, рекомендую, мальчики тоже, своим дамам дарите такие ароматы. Я думаю, что беспроигрышный вариант, он не может не понравиться. Так, далее я взяла также себе от Levant. Мне было интересно попробовать Lacoste Pour Femme Intense. Его также создал Оливер Кресп. Вот он. Pour Femme Intense, пробничек. Мне интересно сравнить эти два аромата, чем они отличаются. Intense, сюда входит карамель и роза. И кому-то он даже больше нравится. Я его не пробовала. Вот сравню. Если вам интересно послушать мои впечатления, в комментариях напишите, тогда сниму отзыв, свой обзор, расскажу, чем отличается, чем похожа версия Pour Femme классическая и Pour Femme Intense. Так, и еще я взяла себе два аромата от бренда, как он называется, правильно назвать, это такой французский бренд, сейчас Maison Martin Margiela, наверное, как-то так, Maison Martin Margiela, Maison Martin Margiela, как-то так, наверное, если включить французский акцент. Режим французского языка. Но я не знаю французский, поэтому извините меня за мое произношение. В общем, это реплика. Наверняка вы о них слышали. Реплика на цветочный рынок, на у камина. То есть это такие ассоциативные ароматы, которые напоминают нам что-то. Допустим, запахи под деревом, да? Запахи у камина, в библиотеке и так далее. Я думаю, что мне такое понравится, потому что я люблю парфюмерию, которая вызывает эмоции какие-то или воспоминания. То есть ассоциативные ароматы. Я такое люблю. Я взяла себе By the Fireplace у камина и Flower Market. То есть два хита. По пирамидам выбирала, мне вот они больше всего заинтересовали. Fireplace более такой коричневый у него оттенок, посмотрите. А здесь немножко розовенький такой, светло-розовый. Камер не передает, это сточный рынок. Также будет, наверное, обзор на эти два аромата. Если мне они понравятся, то, возможно, буду дальше пробовать что-то этого бренда. И взяла себе уже на выходе Levantic от Монталь Sweet Vanilla. Это абрикос и ваниль. Всего лишь две нотки.
у данного аромата. Я не знаю почему, но в последнее время, когда началась такая холодная осень, меня тянет на ванильные ароматы. Такая вот гурманская ваниль, так согревает, там хочется чего-то такого вкусненького, сладенького. Так, и положили мне в подарок два аромата от Анжелин. Еще две новинки. Сколько их уже? Я даже не знаю, наверное, уже 30 ароматов вышло. 20-30, наверное, точно уже есть. Там мужские, женские. Это у нас Crystal Chromatic и Touch the Music. Кому интересно, в моем канале есть два ролика, посвященных данному бренду. Коробочка пустая. Я думаю, что еще буду заказывать на рандеву в ближайшее время, потому что приятные цены. Черная пятница пока действует, надо закупиться. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.